Я же знаю, что вам нужно. Вам нужны девочки и мотоциклы. Хорошо, будут вам и девочки, и мотоциклы. Блин, очень страшно. О, смотри, как хорошо. Привет, привет, народ. О, все. Вас отвлекать-то можно? 2 секунды, я все. Отлично. Возможно, мы сейчас присутствуем при рождении шедевра. Ну, а я пока вам всех представлю. Катя, владелец сервиса. Сварщик, мозг и главный энергетический источник проекта. Даша, владычица Десмо-сервиса. Механик, художник, аэрограф, серый кардинал. Женя, главная физическая сила, самый веселый и быстрый механик проекта. А вместе они – кастом-мастерская «Гараж 13». Сегодня от них мы узнаем, что такое тюнинг по-женски. Привет! Катюш, наконец-то ты добралась. Привет, мой хороший. Ну ты же мне наконец-то расскажешь и покажешь. Как ты это делаешь? Вот прям в реальном времени хочу посмотреть, как ты варишь и как это все делается. Давай для начала тебе дам маску. Берегу твои глазки. Ага. И что вообще в этом главное? Расскажи мне, что сначала, что потом, что главное вообще в сварке? Точно. Правила. Ага. И ручки. И ручки. Беречь. Беречь. Так. Перчаточки одеваем. Женечка, поможешь мне, прижмешь. Варим раму для нашего будущего проекта. Готово? Готово. Слушай, ну мне кажется, все вообще просто. Вот одну приложили, расплавили, провели. Может, и я так смогу? Дай попробовать-то. Только не на раме. Да, окей. Да, давай, да. Я, хорошо. Мы сейчас для начала, да, сделаем с тобой. Женечка, убери, пожалуйста, нам это. Как я училась? Угу. Начнем с того, что обычные пластинки мы свариваем. Я объясняю тебе сейчас, как это должно выглядеть. Так, я давай, уже сейчас буду сгромождаться. Да, присаживайся на стульчик. Вот две детальки. Ты нажимаешь на кнопочку, начинает варить. Ага. И ты подаешь маленечко железки. Это то, что должно быть. Это нержавейка, это нержавейка. Давай, держи. Нажимаем. Так, что-то на... Бля, тихо, кому? Тихо, тихо, тихо. Где твоя присадка? Вводим с тобой. Так, стой, не вижу ни хрена. Видишь, видишь, нажимай, не боимся. Нажимаем. Вводим, вводим, вводим. Это ничего страшного. Блин, очень страшно. Ну, очень страшно. И ничего не видно. Что какая-то... Вот вышел. Ты сварила. А, я даже сварила. То есть оно даже держится. Мне кажется, это нереально сделать ровно. Ну, как ты сейчас эту раму сделала? Может, мне это приснилось? Как вообще это? Сеня, можно сварить даже так. И это сварила ты? Да. Господа, вот так можно сделать. И это делает она. Обалдеть. Знаешь, когда надоедают мотоциклы, моторы и прочее, 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 мы творим. Творчество у нас занимает самый минимальный процент времени рабочего, но делаем это как светильники. Раз да, 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 да. То есть ты варишь, а Даша у нас рисует. Даша рисует, и Даша рисует помпезно. Ну, можно посмотреть? Да, а где у нас, кстати, Даша? Я ведь хотела посмотреть, как слушай, она работает. Слушай, ну Даша тоже. Сейчас основная ее функция – это моторы, угу. Поэтому пойдем, я тебе покажу. Пойдем. О, ага. Тот самый мотик, который в честь Айртона Сенны, ограниченная серия. Да. Обалдеть, 74-й из 100. В 94-м году Айртон Сенна разбился в Гран-при Сан-Марино. И к декабрю этого же года Дукати сделали мотоцикл в честь великого автогонщика. Этот мотик нам достался от девочки-мотогонщицы.
Блин, вот она, женская тема, она везде. Я оставляю тебя во владении второй ремзоны. Отлично. Женя, Даша, все твои. А у тебя тут, Жень, что за пациент? Что с ним не так? Ой, тут побывали руки неопытного электрика, и куча ошибок высыпалась. Мотоцикл надо делать. Ну, делать, да, но мотики – это все фигня. Ты мне главное скажи, как тебе работается под женским началом? Ой, Катюха – лучший начальник, мне кажется, которого можно только пожелать. С ней работать очень приятно и комфортно. Ну, ты просто знаешь, что она будет смотреть это видео? Нет, неправда. Ну что ж, мнение коллектива мы получили, а теперь идем дальше, к Даше. А что ты тут у нас делаешь? Скажи мне. Ксюш, я разбираю мотор. А что в нем сломалось? Ой, в нем много чего сломалось, но именно в этом моторе от более раннего технического вмешательства туда приехало колено. И теперь, так как он у нас лежит разобранный, отдельно голова, здесь я сейчас по мануалу и по пробегу уже буду делать для специализации. Отлично. Катя мне его дала поварить. Я тут тоже хочу что-нибудь покрутить. Что ты мне дашь? Ну, ты можешь мне помочь снять крышку. И что мне для этого нужно сделать? Два болта я уже выкрутила. Вот два болта твоих, пожалуйста, вперед. Только аккуратнее, не сорви, пожалуйста, резьбу у болта. Да. Ага. О, смотри, как хорошо. Оп, оп. Мне тоже кажется, что это проще, чем варить. Но тут только другая тема. Главное не забыть, что ты откуда выкрутил. И закрутить надо, видимо, тоже в определенной последовательности. Вот здесь где-то колечко уже где-то колечко, да. Было. Ну, видишь, как бывает такое, что... Оп! Здравствуйте. И где у нас вот этот десмосервис, и как мы это будем делать? Берем вот такие щупы, правильно оставляем валы по меткам, и, в общем-то... Слушай, ну как ты это интересно все делаешь, и что-то в этом понимаешь, самое главное. Но это же все из области точных наук, все эти механизмы, там момент затяжки, все же это должно быть точно. А где же творчество? Где полет фантазии? Творчество у нас все наверху. Пойдем, позовем Катю, и мы тебе все покажем. Отлично, погнали. Катюнь, ну что, покажешь мотики нам? Да, сейчас покажу, только 2 секунды. Угу. А все-таки интересно, да? Считается, что женщине нужно быть босой, беременной, преимущественно на кухне, там, борщи варить, всякое разное. А здесь что-то все по-другому. Как так получилось? Борщи – это, конечно, круто. И, в принципе, мы не намного хуже их варим. Но так сложилось, что и здесь приходится… И нравится, и все классно. Катюнь, ты-то что скажешь? Как получилось так? И борщ, и раму сварю, и вон, насколько я знаю, вот это все тоже ты сварила? О, да. Ну, борщи у нас феерические, но железо лучше. Железо лучше, да. А как вообще так получилось, когда вообще начали этим заниматься? Есть некие переломные события в жизни, которые, ну, тебя заставляют так или иначе думать по-другому и смотреть на вещи по-другому. То есть прям пришлось, вот пришлось с нуля учиться заново. Давай так, начнем с того, что это вынужденная мера была, и, соответственно, да. Вот я сегодня поварила, какая-то прям беда получилась. Сколько потребовалось времени для того, чтобы научиться делать такие шедевры? Вот? 2 месяца. Я не очень могу это понять, потому что, в принципе, овладеть таким уровнем дела, мне кажется, Кать, тебе это просто было дано изначально, ну, ты не знала этого или еще что-то. Пошло в принципе. Так, да, что я пришла учиться со словами, что если у меня не пойдет, то я найду человека, который это будет делать хорошо. Когда я начала, мой учитель, который меня учил, он сказал: «Мать, это все твое, будет, все будет классно, и продолжай». Здорово. Ну а ты как дошла к моторам? Вот сколько времени потребовалось, чтобы понять? Как я дошла? К моторам пришла, в общем-то, достаточно спонтанно. Времени сколько? Совала нос, интересовалась. Постоянно лезла к мальчишкам, мальчишки гоняли. Вот, потом все-таки волевым решением начальника было сказано: все. Ты делаешь это? Ты должна посмотреть, ты должна, да. Я научиться, была приставлена, да, к, ну, к профессиональному мотористу, который, в общем-то, меня во все это погрузил. Поэтому я говорю, что здесь развиваться, ну, как бы поле не пахнет. Насчет развития. Вот знаю, что на данный момент вы занимаетесь в основном итальянскими мотоциклами.
Что дальше? Вы ограничиваетесь на этом или вы куда-то идете? Ну, нет предела совершенства. Мы совершенствуемся в итальянских мотоциклах, но сейчас у нас открыто подразделение американских. Это Harley Davidson. А, то есть девочки не просто там, ладно варить, ладно моторы собирать, они замахнулись на святая святых. Harley Davidson. И все вот этими же самыми руками. И последний вопрос, вот прям вот не могу не задать, ну расскажите, что вот это за загадочное тут мотор стоит? Что это вообще такое будет? Это проект на мото весну 2019, который будет проходить в ближайшем будущем, ну, да. Всегда. И, соответственно, весь проект в целом, Ксюш, ты можешь увидеть именно на мотовесне. Сейчас это вот мотор, выхлоп и все. Тогда сейчас хочу все-таки посмотреть на то, что уже создано и готово. Пойдемте? Пойдем. Слушай, ну ты мне сказала, здесь у тебя будут стоять два мотоцикла одинаковых. Ну, то есть, какой был и как бы какой стал. Я одинаково, наверное, вижу только раму. Что здесь менялось вообще? Это только внешнее вот украшательство или что-то еще? Нет, в данном мотике менялось сердце. Это мотор. Он, в принципе, остался тысячным, но он стал такой бодрый, веселый, тысячный монстр. Ну, а услышать голос его мы можем? А то зрители меня мои все время просят, ты где звук мотора, где звук мотора? Дайте мне звук мотора. Но если Дарья Дмитриевна разрешит, то да. Заведем? Конечно. Ой, да, это то самое. Это просто нечто. Супер. Насколько же все-таки освежает мотоцикл? Вот фара, совершенно другая фара, другого принципа. У меня такое ощущение, что тот мотоцикл приехал из 90-х, а этот, ну, допустим, создали или придумали буквально, ну, вчера, не знаю, только что был на мотовыставке, например. Мы для этого и существуем, чтобы ваш старый мотоцикл сделать новым мотоциклом. Да, и чтобы на дорогах он прям вот реально выделялся. Мне кажется, медведь, в принципе, боюсь, может попасть на несколько итальянский дизайн. По крайней мере, я здесь нахожусь, и меня это цепляет больше и больше. Итальянский дизайн – это здорово, но мы тебе еще приготовили сладенькое. Ну, покажи же. Где же? О, да! О, да! Это то, как должен выглядеть женский мотоцикл. Вот это все вы придумали сами. То есть каждый элемент, я просто не представляю, она как кружевная вся. Расскажи мне, что здесь делалось, что менялось? Сидушка у нас перешита, что Ducati Performance просто позавидует. У нас полностью окрас поменен в том, что это девочка. По ней видно сразу, это корсет, это кружева, это подтяжки для чулок. Ну да, как просочетать несочетаемый мотоцикл и женскую сущность? А вот так. Девочка должна выглядеть так, даже на мотоцикле. Если ты сидишь на этом мотике в экипе, в облипочку, ну как мы любим. А как иначе? В шлеме, который покрашен точно так же под этот мотик. И на тебя люди смотрят из машин, из мотоциклов, они на тебя смотрят, они понимают, что он не такой, как все. Вот оно внимание, вот оно, конечно, та самая исключительность. И тут даже дело не в том, что я хочу обратить на себя, как на девочку, внимание, да? Я хочу обратить внимание на то, что мотик должен быть красивым. Я могу долго рассказывать про этот мотоцикл, да, чем он отличается от этого. Но давай так, Ксю, это выхлоп стоковый, ага. А это выхлоп свинячий. Ну, Made in Екатерина Борисовна. Ну, то есть это полностью как раз вот та самая сварка, Кать. Вот все сама придумала, расположила, вот как здесь должно находиться. Это круто, это очень круто. И видно, что мотоцикл любим. Мотоцикл – это и плод любви, и он любим сейчас. Нет, это как ребенок.
Это плод любви. Страсти любви и всего остального, да. Я при всех зрителях сейчас официально прошу, Катя, дай на тест нее на 2 дня. Весна, и он твой. Все, супер. Девчонки, я хочу пожелать вам огромных новых творческих успехов, потому что то, что я здесь увидела, оно действительно меня впечатлило, и я понимаю, что я уже с нетерпением жду новых каких-то выставок, потому что я буду смотреть, что там получается, я буду приезжать сюда и пытаться приоткрыть завесу тайны, еще что-то такое. У вас все классно выходит, это очень здорово, вы замечательные, и мне было очень приятно сегодня спасибо, с вами здесь Ксюша, побыть. Спасибо, Ксюша. Да, сегодня мы видели уникальную команду. Женщина-босс, женщина-сварщик. В компании с художницей, механиком и несколько классных ребят, которые делают такие замечательные мотики. Может быть, дело не в том, кто ты по полу, по рождению, по знаку зодиака, по национальности, а в том, когда ты находишь себя в чем-то, когда ты искренне любишь свое дело, ты по-настоящему счастлив, тогда у тебя вырастают крылья. И хватает сил на все. И на то, чтобы сварить борщ, и на то, чтобы сварить раму от мотоцикла. Или классный арт-объект. Сегодня я еще раз убедилась в том, что возможно все. Стоит только очень-очень сильно этого захотеть и однажды начать действовать. Ну а с вами мы увидимся в следующую среду. Не переключайтесь.